жители нашей прекрасной столицы, нашего города, гости нашего замечательного города. Сегодня уникальный вечер, уникальный почему? Потому что сегодня на сцене присутствует заслуженный коллектив Республики Беларусь, Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь имени Михаила Финберга. И сегодня этим вечером, этим концертом начинается новый цикл концертных программ, который называется «Классика советской эстрады». И сегодняшний концерт посвящен великому певцу, народному артисту Советского Союза, артисту, на песнях которого выросло не одно поколение людей, которые находятся даже сегодня в нашем зрительном зале, если можно так назвать, Муслиму Магомаеву. Сегодня будут звучать самые любимые, известные песни из его репертуара и будут исполнять наши замечательные солисты. Итак, посвящение Муслиму Магомаеву. Начинаем. Ну, сейчас небольшая техническая заминка, очень жарко было. Скажите, поднимите руки, кто бывает по вечерам в субботу здесь на ратуше? Все? Поэтому вы приходите за 2 часа и занимаете студию, вы знаете. А те, кто редко бывает, они стоят, правильно? Ну, то есть опыт и мастерство, оно приобретается с годами, да? Ну, это здорово, хорошо. Ну, что честно, мы не зря 2 часа. А вот дети, скажите, есть ли дети у нас тут в зале? Дети, вы знаете? Вот дети, вы уже подростки, вы очень... знаете такого Муслима Магомаева? Не знаете? А чего вы пришли сегодня? Ну, смотрите, ну, те, кто не знает, сегодня есть возможность узнать, услышать и понять, кто это такой был, великий артист. Ну, более старшее поколение, конечно, знает же, да? А, друзья мои, а какие песни знаем Муслима Магомаева, которые он исполнял? Еще? Слушайте, ну, сразу видно, что люди знали, куда идут и куда они сегодня пришли. Но мы вас не разочаруем, наоборот, надеюсь, что вы нам будете помогать подпевать, потому что это невозможно не подпевать, даже можно пританцовывать, выходить на танцплощадку, которая находится здесь. Вспомни обо мне, долгая
Можем ему за это еще раз поаплодировать, за молодость. Вы знаете, феномен Муслима Магомаева, его называли Орфей Советского Союза, действительно, он проникал в души слушателей, в души его почитателей и всегда тревожил наше с вами сердце. Правда ведь? Да. Растревожим еще немножко наши сердца благодаря Антону Корчевскому. По дорожкам
Лепецкий. Вы знаете, что Муслим Агамаев очень долго дружил и сотрудничал с одним советским композитором армянского происхождения. Как его звали? Конечно, вот приятно. Я всегда говорю, что на вечерах в городе Минске, на Ратуше, только на Ратуше, самая образованная публика. Правда? Они все знают. Себе проще, можно ничего не рассказывать. Просто спросил, они ответили. Думаю, боже мой. Есть же у нас еще такие интеллигентные, приятные люди, которые ходят на концерты, живые концерты в исполнении живых оркестров. Можете поаплодировать оркестру. Так вот, Муслим Агамаев и Арно Бабаджанян написали совместно большое количество песен, среди которых есть очень знаменитая песня, но на самом деле потом стало известно, что Арно Бабаджанян услышал эту песню по радио. А она называлась «Мексиканская песня «Ля бикини». Ну, бикини, да, вы понимаете, что такое бикини. Но, естественно, он ее переделал в наш советский лад для наших советских людей. И получилась шикарная легендарная песня «Верни мне музыку». Поет Андрей Колосов. Мы расстались, но осталась наша музыка.
Андрей Колосов. Но мы не прощаемся с Андреем. С таким человеком просто так не расстаются. Как я говорю, у нас это длинные руки. Он от нас никогда не уйдет теперь. Он к нам недавно пришел. Поэтому, ну, кто прощает. Давайте поаплодируем еще раз замечательному солисту. Все вы помните, наверное, мультик «Бременские музыканты». А где-то мои любимые дети, которые тут... Ну, в смысле, не мои, а просто любимые. Знаешь мультик «Бременские музыканты», мальчик? С перебинтованной рукой. Я бы тоже так ответил. Вы знаете, ну, дети. Ну, конечно, на земле сидят только дети. Ну, как, когда мы маленькие, как молоды мы были. Вы помните, да, там Олег Анофриев пел песню. Какую пел песню Олег Анофриев? Луч, вот, левый крыло лучше подготовилось. Да, но вы знаете, что был потом второй выпуск «Бременских музыкантов»? Как мультик назывался? По следам бременских. Вот, видите, интернет помогает, это хорошо. А, спасибо, я сейчас буду позировать специально для вас. По следам бременских музыкантов, и уже в этом мультфильме Муслим Магомаев озвучивал всех персонажей, и, конечно же, ария «Трубадура». Луч солнца. И Андрей Колосов. Ветки цветы листа,
солона сопрано саксофоне, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Ксенц. Это тоже луч солнца в нашем оркестре. Вы знаете, нам очень приятно сегодня исполнять именно программу, посвященную Муслиму Магомаеву, потому что в прошлом году весь мир отмечал 80-летие со дня рождения великого артиста. А сегодня, буквально 17 августа, два дня назад, ему исполнилось бы 81 год. То есть фактически вот его день рождения было два дня назад. Поэтому сегодня и погода на нашей стороне, и небеса, музыка. Да, можно здесь аплодировать, действительно, вот для Муслима Магомаева. Скажите, а вот с чем ассоциируется Муслим Магомаев, если брать из явлений природы? Море. Ну, это понятно, все говорят море. А скажите что-нибудь. Ну, понятно, явление природы. Хорошо. Солнце подходит? Ну, а если солнце шагает по бульвару, подходит? Да? Итак, шагаем по бульварам. Дети могут шагать здесь. И Андрей Колосов. Андрей Колосов.
Да, объединенные от солнца, от жары. Как раз во время песни я обратил вниманием левым глазом взор. Клин летел, чайник, если кто-то видел, наверное, штук 7-8. Такое еще не вот. Им тоже понравилась песня, к чему? Что даже природа на нашей стороне. Андрей Колосов, между прочим. Знаете, Андрей Колосов очень хорошо запоминает его имя и фамилию, потому что он уже три песни спел, сейчас еще четвертую свою песню, его запомнят окончательно, и будут говорить, так это же Андрей Колосов. Вы запомните его таким, как он есть. Улыбающимся, жизнерадостный, солнечный человек. И вы знаете, Андрей очень любит... Вот у вас какие дни недели самые любимые? Ну, кроме субботы, понятно. Все пришли. Пятница, ну... Понедельник. А вот у Андрея, знаете, какой день? Понедельник. Не, это остров невезения. А у нас же Муслим Агамаев. Позже, спасибо, но я учту. Воскресенье. Конечно же, песня «Воскресенье». Андрей Колосов, Арман Бабаджанян и Муслим Агамаев. Маленький секрет творческий приоткрою, между нами только, да никому. Никому. Договорились. У нас бывает, что немножко у нашего Сергея не выходит техника из строя. Ну, бывает, как будто кто-то его сглазил. Но настолько профессиональный человек, гениальный гитарист, музыкант, он может сыграть в любых условиях. Поэтому давайте мы еще раз поаплодируем.
Сергей, это вам. Для нас Арто Бабаджанян — это друг Муслима Магомаева, ну, Азербайджан, Армения. Ну, всегда же дружили вот, как бы, на примере двух великих артистов. И Бабаджанян, когда сочинял песни свои, всегда говорил, что он никогда не пишет песню просто так. То есть нужен какой-то повод, какое-то событие. И фактически его все песни — это небольшие репортажи из его жизни. И так однажды ему пришло письмо от молодого моряка, в котором рассказывалось о том, что от него, от молодого моряка, ушла девушка. И в письме он очень трогательно это расписал и написал стихотворение с просьбой, чтобы композитор Арно Бабаджанян написал песню, музыку на эти стихи. И вот как бы в надежде, что когда песня будет спета, девушка вернется. Ну, наивный молодой моряк, правильно? Ну, бывает такое. Арно Бабаджанян очень впечатлился этим письмом, не стихотворением, а самим сюжетом этого письма, вот об этом событии, и написал песню, которая называется «Позови меня». Дело в том, что он написал, конечно, на стихи Роберта Рождественского, а этому молодому моряку отписался, что эту песню он посвящает его чистой, искренней любви. Я на эту сцену хочу пригласить молодого не моряка, а артиста Антона Корчевского, который исполнит песню «Позови меня». Позови меня, хоть когда-нибудь позови.
Вы же прекрасно знаете, что Муслим Агамаев пел не только на русском языке. Какими языками он еще владел творчество? Итальянский, конечно, итальянский. Он же стажировался в знаменитом театре Ла Скала в Италии, в Милане. А какой еще язык? Конечно, азербайджанский язык, потому что родной язык, в конце концов. А еще какой? Конечно же, английский. Дело в том, что знаменитый композитор, американский композитор Джерри Херман написал мюзикл, который называется как? Он там приветствует Hello, вот, приятно. Hello, Dolly, да, вот люди знают, это здорово. Hello, Dolly. И замечательно исполнял песню эту, просто феноменально. Мы не могли ее обойти и обязательно включили в этот концерт. А петь ее будет наш замечательный солист Руслан Мусвирас. Молодое поколение думает, что Долли – это овечка, которую клонировали. Абсолютно нет. Это девушка. Ну, чтоб вы знали. Хотя овечка могла быть тоже овечкой. Все вы прекрасно помните замечательный советский сериал про Штирлица. 17 мгновений весны. Татьяна Леонтьева, режиссер. Такая строгая дама, которая снимала фильм, пригласила композитора. А кто написал песню, кстати? Ну, музыку к фильму. Кто написал? Михаил Таривердиев, боже мой, я могу молчать. Можно я буду молчать? Мы будем играть, вы так все знаете. Да, Михаил Таривердиев. И помните прекрасная песня о далекой родине. И Татьяна Леонтьева очень долго думала, кому поручить исполнение этой песни. Перепробовали очень много
певцов, и Муслим Агамаев, и Мулерман, и многие другие. Но все-таки вот перед выходом фильма мне не понравилось, как Муслим Агамаев исполнил. В том смысле, что не очень была песня похожа на советского разведчика. Как-то вот слишком душевная песня получилась. И она попросила Муслима Магомаева переписать песню, ну, сделать это такой более патриотично, более вот в стиле разведчика. Но Муслим Магомаев, он был очень такой вспыльчивый человек, с такими своими определенными устоями, не говорил, сказал так, что «я такой, какой я есть, и переделать я ничего не буду». Потом, вы знаете, что эту песню в фильме спел Иосиф Кобзон, тоже великий певец, но Муслим Магомаев после этого обиделся. Но обида обидами, но сегодня прозвучит та песня, которую именно тоже записал Муслим Агамаев. Песня о далекой родине. Благо, что у нас она с вами недалекая, а рядом, под нашими ногами. А на эту сцену я хочу пригласить нашего молодого артиста, которого все вы уже знаете. Как, скажите, как его зовут? Антон Карчес. Вы учили, да? Давайте еще раз. Антон, вас просят на сцену.
Карчевский. Сможет быть разведчик, как вы считаете? Ну, спел хорошо, правда? Давайте мы вдогонку поаплодируем. И, конечно же, нужно поаплодировать заслуженному коллективу, национальному академическому концертному оркестру Беларуси имени Михаила Кубика. Пожалуйста. Друзья мои, лучший коллектив нашей страны сегодня для вас весь вечер. Можно заканчивать, я так понимаю, по вашим аплодисментам. В Ереване в 60-х годах прошлого века проходил один из первых конкурсов красоты Советского Союза. И, конечно, в жюри присутствовали самые лучшие, видные деятели культуры, артисты, знаменитые люди. Событие грандиозное было по тем временам. И, конечно же, Арно Бабаджанян присутствовал как член жюри. И он был так впечатлен своими родными армянскими девушками, их красотой, их грацией, их прекрасным лицом. Мы знаем, что у армян есть особенность на лице, которая их украшает. Выкрутился. Надеюсь, у нас многонациональная наша страна. И после этого конкурса он написал песню, которую вы все знаете и угадываете. И вы знаете, дорогие друзья, эта песня, я как мужчина, и как все мужчины нашего коллектива, мы хотим посвятить вам, наши дорогие, любимые, драгоценные девушки и женщины. А посвятить ее вам, исполнить ее для вас, нам хотелось бы, потому что вы для нас, для мужчин, ну, наверное, каждая для своего мужчины, самая настоящая. Кто? Королева красоты. Поехали! Солнце льется прямо с крыш, так как и в солнечном света у киоска ты стоишь. Висят подложками журналы, на них со стороны смотришь ты. В журнале увидала королеву красоты. А я для тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красоту знаешь любую королеву красоты. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красоты тебе я не рад, и желаю тебе хитом. Но ни одна из них не стала лучше мира все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Сова! Сова на трубе Александр Цурыгин! Сова на саксофоне, заслуженный артист Беларуси Владимир Семс! Солнце льется прямо с крыш, потоки солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. Как единственный на свете королеве красоты. Как единственный на свете королева красоты.
огромное, дорогие друзья, конечно же, Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь имени Михаила Ивановича Финберга. Художественный руководитель и главный дирижер Максим Рассоха. Лучшие музыканты нашей страны, нашей родной Беларуси. Но это правда, Руслан абсолютно правильно сказал. Наилучшие музыканты нашей страны. Ваши аплодисменты. Вы знаете, сотрудничество Арнова Баджаняна и Роберта Рождественского дало большое количество гениальнейших песен, гениальные стихи, гениальная музыка. И сегодня такой шедевр прозвучит с этой сцены в исполнении Руслана Мосвидоса, песню, которую уже просила правое крыло. Благодарю. За песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за мир, за горевшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощанье, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое. За все тебя благодарю. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за мир, за обгоревшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За смех и за печаль, за тихое прощанье, за все тебя благодарю, за все, за все, за все. Максим Владимирович, вот маленькую историю. Я знаю одну быль из жизни Муслима Магомаева. Муслим Магомедовича часто спрашивали, журналисты задавали вопрос. Они говорили: Муслим Магомедович, скажите, пожалуйста, в чем заключается секрет успеха песни? Почему с песней «Благодарю тебя» вас, зрители, вызывают на бис? Вы в концерте эту песню исполняете? Напрашивается на бис просто этой песни. Понимаете, да? Случай, конечно же, нет. Журналисты задавали, говорили, что вы эту песню в концерте исполняете иногда до 5 раз. В чем секрет успеха песни? Объясните, пожалуйста. Муслим Магомаев объяснял, говорит: вы знаете, на самом деле это очень просто. Арно Бабаджанян, великий композитор, не побоюсь этого слова, да, действительно, шедевральная музыка. Роберт Рождественский, настоящие стихи.
И вот в сумме получается замечательная песня. Но, вы знаете, когда песню проживаешь, когда песню проносишь через себя, через свою душу, а эта песня, смысл этой песни, он обо мне, о моей судьбе. Вот, наверное, в этом и есть успех песни. Секрет успеха песни. Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Ивановича Финберга. Художественный руководитель рекламы, дирижер Максим Рассока. Вы заметили, да, Руслан в черном, я в белом, как два ангела. Я ни на что, я не намекал, я просто говорю. Вы знаете, что есть знаменитая песня, которую написал Арно Бабаджанян и Леонид Дербенев, поэт. Песня называется «Лучший город Земли». Земли, да? А что, о каком городе, кстати? О Минске же, правильно? Ну, конечно, о Минске, но какая Москва? Минск – это сила. Да, вы знаете, и песня целый месяц шла уже по радиоточкам, по радио. И тут Никита Хрущев, будущий председатель, говорит, что это такое? Твист о Москве. Как может быть так, танец о Москве? Так, и запретили эту песню. Через некоторое время, в 64-м году, помню, что произошло, Никита Хрущев был снят с должности, и есть такая байка, ходит, что Леонид Дербенев, поэт, написавший стихи этой песни, пришел на радио и говорит, слушайте, ну Муслим Агамаев сделал все, что мог этой песне, чтобы сняли. Никита Хрущев говорит, ну вы наконец-то песню нашу реабилитируете. Да, и песня была реабилитирована, и все с ней хорошо. А на эту сцену я приглашаю Андрея Колосова. Забыли. Вот он сейчас выйдет на фон. Андрей Колосов и «Лучший город». В городе света над вечерней рекой не мечтал до зари. С друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город Земли. Песня вновь пройди по Арбату, окунись на песок, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри, как рисует девчата на ладони больших голубых площадей. Песня Андрей Колосов.
выдержанных политически верных тонах. Браво! Так, давайте вспоминать о наших солистах. Руслан Мосвидос, запомни. Антон. Андрей. Дмитрий. А Дмитрий это еще не было, друзья мои. На сцену хочу пригласить заслуженного артиста Республики Беларусь, нашего замечательного солиста Дмитрия Кочаровского. Дмитрий, не стесняйтесь, вы заслуженный артист. Вы можете прямо вот на будет двери. Доброго, теплого вечера всем. Значит, Дмитрий, да, вы пожелали прекрасного, доброго, теплого вечера, а хочется немножко прохлады какой-то, сейчас будет снега. Да, будет, будет сейчас, красивая песня. Красиво, да. О зиме. О зиме, да, и да. О том, что... И о любви, да, к зиме и к лету. Ага, давайте слушать. Сердце на снегу. Оделся во все белое.
Ну, здесь не надо никаких ассоциаций. На самом деле, после Магомаева это светлое, яркое пятно в нашей советской культуре, культуре даже нашего народа и нашей страны. Поэтому мы по-другому одеться сегодня не могли, поэтому можете нам поаплодировать еще раз. В 1972 год в Мюнхене проходит Олимпиада. И, естественно, Александра Бахмутова, как ведущий композитор Советского Союза в России, пишет песню для наших участников Олимпийских игр. Ну, песню, как называется песня? Нет, не, Мишка еще не был. А вот и у Мишки. Хорошо, дальше подсказочка. А, вот спорт, еще одно слово. Герои спорта, друзья мои, ну, я думал, вы все, а вы, оказывается, еще не все знаете, но сейчас вы это узнаете. И, да, мы верим в спорт, в героев, да, мы во всех верим и твердо всегда, самое главное, наше политическое кредо всегда. Вот, и поэтому она искала исполнителя для этой песни. Она знала, что если Муслим Агамаев споет любую песню любого композитора, она станет хитом, шедевром, шлягером на все времена, что в принципе так и есть. И она обратилась к Муслиму Магомаеву. Дорогой Муслимчик, запиши эту песню, я тебя очень прошу. Она говорит, ну, Сашенька, ну ты понимаешь, это не мой формат, я такие песни не пою, я о любви там могу спеть, вот такое. Но она его уговорила. А как она его уговорила, я вам расскажу после песни «Герой спорта», которую споет заслуженный артист Республики Беларусь Дмитрий Кочаровский. Республики Беларусь.
Ну вот, мы узнали еще одного нашего солиста, Дмитрия Кочаровского, конечно. Героев надо знать в лицо и по фамилии, желательно. Так вот, недорассказанная мною история о том, как Александра Пахмутова уговорила Муслима Магомаева спеть и записать эту песню. Она пообещала ему, что напишет для него специально, зная, что Муслим Магомаев любит песни о любви, песню о любви. Шестью бемолями. Ну, музыканты понимают, чем больше бемолей, тем больше о любви. Мне музыканты потом поймут, да. И он на это купился. Он думает, ну все, сейчас у меня будет песня. А дело в том, что в это время у Муслима Магомаева в 1972 году были романтические отношения с Тамарой Синявской, с будущей супругой великого артиста. И в это время она была в Ласкало, в Милане стажировалась. И Пахмутова все-таки сдержала обещание, написала знаменитую песню с одним бемолем, не шестью бемолями. Песня называется «Мелодия». Конечно же, «Мелодия». И Муслим Магомаев, пребывая в таких ярких чувствах любви к Тамаре Синявской, записал эту песню, взял пластиночку, проигрыватель, и когда позвонил ей туда, в Милан, включил несколько раз, она слышала эту песню через телефонную трубку. Представляете, какая история песни? А сегодня для вас, с большой любовью, исполнит наш самый юный и молодой артист Антон Корчевский. Да. Итак, «Мелодия» Александра Пахмутова. Я твой преданный орфей.
Антон Корчевский, такой молодой, и столько знает о любви с одним бемолем. Антон Корчевский, друзья, запомните это имя и фамилию. Вы его еще вспомните. Домой пора, а мы в этом сейчас децибелы ваших аплодисментов привычно допустимы, нас попросят домой. Вы так не хотите, я тоже не хочу. Я шучу, конечно, шучу, можно аплодировать. Антону Корчевскому. Ну, давайте, Антон еще не уходит. Потом можно после концерта взять у него, можно взять потом автограф. Разорвать его на части, на лоскуты, костюм, на память. Как, да. Так вот, друзья мои, дело в том, что Муслим Магомаев, откуда он стал, вот взял Муслим Магомаев, появился великий артист. Дело в том, что у них династия Магомаевых. Его дедушка был одним из основателей композиторской школы Азербайджана. Именем дедушки названа филармония в Азербайджане. Главная филармония. И сам Муслим Магомаев за всю свою жизнь, ну, кстати, его 15, в этом году 15 лет, как его не стало, Муслима Магомаева, он спел 600 песен, вот представьте, 600 песен. И среди этих 600 есть 30, для которых он сам сочинил музыку. И сейчас прозвучит песня, о которой сегодня просили тоже, для которой он написал сам музыку. Споет ее Антон Корчевский. Oh,
Антон Корчевский. Антон, не убегайте, получите долю аплодисментов. После концерта вас разорвут, вы еще это вспомните. Антон Корчевский. Республики Беларусь.
имени Михаила Яковлевича Финберга. Браво! Браво! Действительно, браво! Конечно же, ваши аплодисменты нашему руководителю, художественному руководителю, нашему главному дирижеру Максиме Рассока. И вам, дорогие друзья, аплодисменты. Поаплодируйте. Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга. Ваши аплодисменты.